Вопрос. То, что преображение будет мгновенно, Ас не сомневался никогда. Мне интересно одно. Эвакуация землян будет происходить с помощью летательных аппаратов Виман или же по-другому? Имею в виду после потери физического тела. Матерь Мира Мария Деви Христос говорила, что корабли стоят уже и готовы принять всех, кто принял и понял ее учение. А кто будет управлять Виманами, чтобы доставить всех на корабль? Ас, думаю, о Вимане постоянно. Может быть, Ас есть пилот Вимана? Ответ Матери Мира. После смерти физического тела Виманы уже не понадобятся, так как осознающий попадет в новую мерность. Виманы с иных земель могут забрать тех, кто останется жив и светил душой, но будет нуждаться в экстренной помощи. Управляют Виманами посвященные с помощью мысли и своей энергии. Кто есть кто откроется в момент истины? Вопрос. Ас слышал о том, что темные выискивали светлячков и на тонком плане ставили им импланты. Недавно встречал на полях интернета девушку-эзотерика, которая говорила, что ей поставили на тонком плане имплант для передачи информации. Но она посчитала это помощью светлых сил. Вопрос. Может ли быть такое? Ответ Матери Мира. Да, может. Сегодняшний мир захвачен рептилоидами. Они не просто воруют землян, но и проводят над ними бесчеловечные эксперименты. Никто даже не поймет, что война уже началась. Просто люди один за другим будут превращаться в тихих животных, готовых покорно выполнять чужую волю. Матери будут душить детей в колыбелях, дети убивать стариков. Никто не будет сознавать, что творит. Это будет общество людей новой породы. Потому что стоит только вспрыснуть одну десятитысячную грамма РХ самому неповоротливому человеческому существу, как оно мгновенно ощутит огромное интеллектуальное могущество. Вот вам и решение всех проблем. Нет больше ни богатых, ни бедных. Есть только элита, живущая в Новом Эдеме. Мыслители, поэты, ученые. Вы спросите, а кто же будет работать? Правильный вопрос. Молодчина. Работать будут представители неполноценных рас, прошедшие специальную психохимическую обработку на совершенно иных дозах. Причем на этом пути открываются возможности поистине сказочные. Перестаньте! Во-первых, эти люди по-своему совершенно счастливы, поскольку они начисто лишены памяти. А дальше RH сможет постепенно создавать определенные типы служебного человека. Ну, так как это мудро сделала природа в ульи, в муравейнике. Представьте, человек-ткач, человек-пекарь, человек-шофер. Причем у него нет никаких других потребностей. Никакого комплекса неполноценности. Но нет же у вола комплекса неполноценности от того, что он вол. Ну, вол, слава богу. Человек-робот ни о чем не думает. Всегда доволен, и он размножается, производит себе подобных. От человека-золотаря также не может родиться человек-математик, как от кошки не может родиться слон. Исключено, потому что влияние Рейд затрагивает генетическую структуру человека. Вот что особенно важно, а вы говорите. Многие уже чипированы. Некоторым ввели даже рептильные гены. Их задача – адаптироваться в условиях Солнечной системы, что они и делают с помощью искусственного управления климатом через ХАРП и химиотрассы, используют нанотехнологии и различные манипуляции сознания. Они пытаются максимально перестроить человеческий организм под себя для паразитирования с помощью выделяемой человеком энергии и отрицательных эмоций. Насчет светлых сил и их помощи, они не имеют права вторгаться в организм человека. Да у них и нет такой надобности. Все, что необходимо знать землянам с 1990 года, открывает миру его спасительница, о которой было известно всем старцам Руси.
Она глава белой и черной иерархии, ибо является матерью мироздания Софией Премудрой. По кону Макаш, космос, никто не имеет права вторгаться в человеческий организм и его подсознание, ибо это насилие и вмешательство в карму. Каждый должен самостоятельно обретать свой кармический опыт и набираться мудрости. В этом темные поводыри зла только помогают. Сейчас идет отбор. Зло отделяется от добра, чтобы впоследствии открытое сознание человека стало совершенным, соединив весь накопленный опыт в своей душе. Вопрос. В одной из лекций Матери Мира говорилось о внедрении в организм человека чужеродных органов и систем. И как ас понимаю, что одна из них – лимфатическая система, изучению которой в медвузах отводят всего 2-3 часа, и специалистов по ней насчитывается всего ничего. Хотелось бы поподробнее об этом узнать, на каком этапе и стадии произошло внедрение, какова роль этой системы в организме и какие еще органы от темных, если еще таковые есть. Ответ Матери Мира. Изначально человеческий организм, микрокосм отражения, Макаш, это совокупная квантовая система, уплотненная в мире материи. Человек сегодняшнего времени – носитель вселенской информации, ибо матрица души отражает все то, что было, есть и будет. Но землянин со стертой памятью и закрытой аджной запрограммирован под сегодняшние события, происходящие на Земле. Захватчики внедрили в подсознание чужеродные программы разрушения человеческой сути. И организм подстроился под энергию и атмосферу окружающего мира. Ибо организм человека – это самоисцеляющая, самосовершенная система, которая никогда не исчезает, а только меняет мерность и соответствующие оболочки. Говоря о лимфе, не все так однозначно. Это, в первую очередь, буферная очистительная система организма, и все плюсы и минусы ее сводятся к адаптивным способностям индивидуума к окружающему пространству и времени. Захват землян был подобен ползучему перевороту. Лет 300 подряд уничтожалось все человеческое и навязывалось искусственное и неэкологичное, включая навязанное искаженное миропонимание. 19 век со своими перманентными революциями и войнами на всей территории Земли окончательно захоронил память о прежней Земле и высокодуховной цивилизации белой расы. Кали-юга сделала свое черное дело. Как только прекрасноликая триединая Матерь была оболгана и унижена, сокрыта и выброшена из памяти и жизни земного существа, мир превратился в колонию темных сил, объявивших патриархат неким коном. И это напрочь как приговор вошло в сознание одурманенных землян. Все остальные манипуляции позволили темным не только заниматься клонированием, но и перешивкой сознания землян. А сегодня цели темных – превратить землян в биороботов, управляемых машин, в которых не останется ничего человеческого, но каждый выбирает свой путь. А Матерь Мира выводит своих верных преданных из царства лжи и насилия к извечному свету и любви, даруя миру свое духовное наследие Софии Премудрости. Вопрос. Что такое тантрические силы? Что они представляют и какова их роль? Ответ Матери Мира. В основе тантры лежит поклонение женской энергии Шакти. Изучив тантру, можно достичь совершенства. Тантрические силы – это энергии, заключенные в человеке. Их нужно сгармонизировать и преобразовать в естество природы.
Не случайно символом тантры является ваджра – замкнутая система, в которой все целостно и вытекает одно из другого, преобразуясь в волшебный инструмент духа и являя истинную прираду. Ваджра буквально значит «алмазный жезл». Но поскольку это есть всеединство, то и тантра призвана вернуть человека к своему истоку. Задача тантрических практик, особенно практик высших тантр, научиться пребывать в чистом видении. Основная цель тантризма – активизация энергии кундалини, покоящейся у основания позвоночника. Но тантрические техники могут применяться только посвященными, иначе будет нанесен огромный вред психике исполнителя. Тантрический значит беспрерывный, как мысль, исходящая из пустоты и снова возникающая в ней. Тантра – это наше истинное состояние, когда целостность предопределяет единство и блаженство, а это уже внутреннее и внешнее преображение.